Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. От хорошей животное запоет. В прямом смысле. Знакомьтесь, звезда приюта Лепс из Паныровского района. Лепс его зовут не потому, что у него эпилепсия, к сожалению, он болеет у нас эпилепсией, а потому что он поет. Когда мы приходим на работу, он нас встречает громким пением. Он прекрасный певец. А это Мухтар. Приехал из Суджанского района с огромной раной на шее. Лечили несколько месяцев, после чего оставили в приюте на ПМЖ. Абсолютно незрячий, он просто не выживет на улице, отмечают волонтеры. Он очень добрый, он хороший охранник, да? Это самый благодарный пес. Сегодня в приюте 160 подопечных. Чистые вольеры, двухразовое питание, ежедневный выгул и медицинское обслуживание. Настоящий рай для хвостатых. Когда животное к нам попадает, обрабатываем его от глистов, обрабатываем его от блох, смотрим, есть ли есть какие-то раны, если есть там какие-то кожные заболевания, мы обрабатываем, пролечиваем. Если собака заболевает энтеритом, к сожалению, до года собаки очень часто подхватывают эту инфекцию, мы ставим капельницы, ставим катетеры, прокапываем и лечим как бы в целом. Делаем уколы, даем витамины, если это нужно непосредственно животному. После отлова собака может оставаться в приюте не более 20 дней. Если за это время не найдется новый хозяин, отпустят на волю. Зоозащитники просят курян об информационной поддержке, ставить лайки в социальных сетях и делать репосты объявлений о бездомных животных. И, конечно же, забирать четвероногих домой. Волонтеры обеспечат доставку. И с документами, и с паспортом, и с прививочками, и с обработкой, и приученные к поводку, к выгулу. То есть мы отдаем готовое животное домой, чтобы было комфортно и животному, и людям. В прошлом году 130 воспитанников приюта нашли хозяев. В этом пока 25. Любимчик Анны Персик тоже вытянул счастливый билет. Через пару недель он отправится в новый дом в северную столицу и станет настоящей питерской штучкой, шутит волонтер. Люди готовы к его буйному характеру, так скажем. Будут с ним заниматься, будут ходить к кинологу. Я думаю, что все у него будет хорошо. Парень возрастной, но при этом очень-очень-очень хочет себе счастливую семью, да, Персик? Ирина Валерьева, Сергей Дорохов. События дня.